Привет, друзья! Это новый выпуск шоу Book Life. Меня зовут Ксюша, и мы начинаем. Фамилия нашего гостя – одна из самых известных в мире искусства. Его предки оказались в России в конце 18 века и подарили стране архитекторов, художников, музыкантов, оказались в родстве с живописцем Карлом Брюловым и поэтом Константином Бальмонтом. В его прадедах и ректор Петербургской академии художеств, и один из учителей композитора Дмитрия Шостаковича. Алексей Бруни – скрипач, концертмейстер и один из создателей Российского национального оркестра. Мне помнится, один великий грек сказал благодобной улыбкой: «Что значит смерть, коль я еще живой?» В Московском доме книги Алексей Бруни представляет издание стихов «Передо мной бумаги белый лист». Музыка и поэзия – это две стихии, которые в его жизни тесно переплетаются. Почему вы дали именно такое название своей книге? И если вновь перед вами окажется белый лист бумаги, будет ли у вас еще произведение? Будете ли вы писать в будущем книги? Чистый или белый лист бумаги, он заставляет задуматься о том, что ты делаешь, что ты из себя представляешь, что ты значишь, что тебе есть сказать. В принципе, у меня есть глубокое убеждение, что если ты пишешь, к этому должны быть очень глубокие основания. Проверяется это, знаете как? Если не можешь не писать, тогда пиши. А если можешь не писать, то воздерживайся. Нашим зрителям также безумно интересно, каких известных музыкантов вы слушаете и кем вы, возможно, вдохновляетесь. Конечно, у меня есть набор имен в области скрипичного искусства. Это Хейфиц, Крейслер. В области вокального искусства это Шаляпин, Франко Карелли. В области дирижирования Тосканини. В области фортепианного искусства это Рахманинов и Плетнев. Плетнев вообще для меня очень много значит. Так получилось, что мы уже знакомы, страшно сказать, сколько лет. Вот и вместе учились, вместе жили, вместе создавали Российский национальный оркестр, вместе музицировали. Все, что он делает в области музыки, это изумительно. Я считаю, что среди живущих он просто несравненный. Но среди ушедших это Рахманинов. Рахманинов – композитор, Рахманинов – дирижер, Рахманинов – исполнитель. По всем трем стезям он величина просто звездная. Это в самом высоком, это слово «звездное» очень приобрело противный оттенок, к сожалению. Я неудачно выразился, не хотел бы так сказать. Действительно, ничего более значительного, крупного нельзя себе представить в области культуры. А на этом наш выпуск подошел к концу. Пишите в комментариях, каких поэтов вы читаете. Пока-пока!